27 февраля, я считаю, сделали серьезный шаг к тому, чтобы нарастили сильную команду наших сторонников, увеличили численность. И шаг за шагом, не сидя где-то в засаде, не сидя где-то просто в социальных сетях, а именно активно действуя, мы добьемся смены режима. И наша задача – добиться смены режима в этом году. Наша главная задача – это смена режима. Смена режима возможна, если мы наберем десятки тысяч сторонников. Значит, мы должны действовать. Мы, безусловно, накапливаем силы, мы, безусловно, проводим агитационную работу, но без выхода на те или иные акции протеста это все застынет и будет находиться как бы в болоте неподвижно. Нам нужно движение, движение вперед, и эти акции, митинги – это движение, это объединение со своими сторонниками, это оттачивание своей позиции, проверка своих сил, нахождение соратников – это будущее, будущие шаги для того, чтобы мы могли шаг за шагом собрать на следующих акциях и митингах десятки тысяч наших сторонников и добиться главной цели – смены режима. Одним словом, все изменилось, и теперь наша задача – усилить этот процесс, усилить организационную работу развития демократических выборов Казахстана, усилить так, чтобы мы очень скоро были в состоянии выводить десятки тысяч людей в поддержку наших требований, требований народа. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.